В прошлом году в рамках программы «Нурлы жер» в регионе было введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов. Об этом рассказал руководитель областного управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ходе отчетной встречи. В целом на строительство 16 жилых домов из национального фонда было выделено 3,1 миллиард тенге. Вместе с тем в прошлом году было начато строительство 4 арендных домов и было сдано в эксплуатацию 180 квартир. Кроме того, готовится проектно-сметная документация еще 28 многоквартирных домов. На отчетной встрече руководитель управления также отметил и плохую работу по очистке снега в районах области. К примеру, был составлен договор с подрядчиком Азаматом Алиевым по уборке снега. В документах последний указал, что у него есть 5 единиц спецтехники. Однако никакой работы нет и в помине. Может, техника, указанная в документе, вообще не работает. Аренда есть аренда, не стоит доверять. Естественно, у него и по мини не было техники, вот и не смог он вовремя очистить улицы от снега. Мы из Рыскуловского района на WhatsApp прислали фото, снег там не убирается.